апреля, зритель, если ты смотрел мои пустые маленькие баночки апреля, то ты вот снова будешь смотреть меня. Короче, я сначала хотела сделать шортс, а потом что-то как-то полезла в шкаф и обнаружила два чудесных аромата от Avon. Возможно, оба от подписчицы Лёлечки, возможно, частично. Вот иногда, как оно, флешбэк в прошлое, да, это, короче, иногда люди из прошлого, сами того не зная, делали очень хорошие положительные поступки. Ленка, если ты вдруг меня все еще смотришь, ну, надеюсь, что уже не мониторишь, ну, короче, неважно, если кто-то смотрит меня и эту Ленку, можете передать ей от меня спасибо, потому что благодаря Арику и нескольким людям с этого Арика я узнала, что Элизабет Арден сняли свои вот эти духи с производства. Это Грин Ти, мои любимые духи. Вообще, это мои первые духи. Не именно вот этот флакон, его Ленка дарила, а именно вообще эти духи, первые духи, которые мне подарила моя мама, это вообще мои первые духи были Элизабет Арден «Зеленый чай» и, да, это мой парфюм на май будет. И, короче говоря, май 2024 года. Еще были духи Big Moss. Польские, что ли, хрен знает. Ну, короче, вот первые мои духи и те, и другие. Видимо, поэтому у меня всегда проблема выбора между двух кого-то. Или первое, или второе. Так вот, их сняли с производства. Я сначала думала заказать на Озон, но потом поняла, что если их сняли, то, скорее всего, какая-нибудь подделка. А потом я подумала, они у меня столько лет, сколько мы с 18 года не общаемся с Ленкой по ее инициативе. И как бы это уже 6 лет, да? Потому что 6 лет я в этой квартире. Я не помню, когда она мне их дарила, может, в 17 году. Ну, короче говоря, они довольно давно со мной. Тут 100 мл. Последние 2 с лишним, может, месяца я их усиленно юзаю, особенно в апреле. Я их практически каждый день пользовалась только ими. Практически. И их вот еще почти половина. И я подумала, нафиг мне тратить деньги на какую-то фигню, которая, ну, как бы даже не оригинал. Если у меня есть вот это, ну, закончится, буду использовать. Там у меня есть, по-моему, кеньская вода, ты фраша похожим ароматом, тоже зеленый чай. Короче, вот это будет использоваться у меня в мае. Может, я тут как-то свет не очень на это настроила. Оно как-то осветляет. Ну, я сейчас снимаю при лампе, световой панели. И у меня еще где-то там вбок, ну, настольная лампа стоит, потому что днем было очень шумно, плюс я еще помирала в очередной раз, потому что у нас до сих пор батареи топят, у нас батареи шпарят так, будто как зимой в минуса конкретные не шпарили. И на улице в теньке плюс 19, и я из-за этого пекла плюс 25 в комнате и на кухне, при том, что на кухне я сегодня даже не готовила ничего, на газу. Из-за жары уже несколько дней страдаю мигренью. Так вот, из-за того, что было шумно, я не осилила записи при свете дня, поэтому сейчас снимаю при свете не дня. В общем, вот эти душки. Сейчас на них сфокусируемся. Мне будет в мае. Спасибо, Ленке, за Элизабет Арден. Очень жалко, что очень классные духи, вот почему-то именно то, что в ходу у людей снимают с производства. Я помню, раньше очень хотела собрать коллекцию этих Элизабет Арден зеленый чай, потом лавандовый чай, вишневый чай, но так, в общем, как-то у меня не сложилось. А в итоге, я когда покупала, я видела и тот чай, и другой чай, но покупала всегда себе вот такой. Я помню, у меня был набор, я на клубнике заказывала, там был гель для душа, лосьон для тела, он обалденный такой был, с какими-то крапинками, как медовые крапинки, что ли, что-то такое, немножко по аромату встречался. И вот это вот, и 30 миллилитров, и 100 миллилитров, или там 50, не знаю, было или нет. Ну, короче, и маленькая, и большая, и я стабильно его покупала сама. И очень жаль, что его сняли. Так, и у нас тут Avon. Вот этим я сейчас напрыскалась, я что-то так это вообще обалденно. Ну, он, единственное, что он как туалетная водичка, спрей, парфюмерная вода. Ну, парфюмерная вода, но он не стойкий. Вот потому что к вечеру я как бы, вот, во сколько я? Часа в 4 я подорвалась до Wildberries. Вылила на себя полфлакона. Ну, как полфлакона? Ну, много так пшикаю на себя довольно-таки. Кажется, что вот прям полфлакона. И вот сейчас уже 8 вечера, я где-то в половине 8-го приснулась уже этими духами, потому что как бы туалетной водой, наверное, да? Потому что уже тени чувствовались. Я их достала, открыла крышечку, почувствовала, что обалденно пахнет с этими манго, даже не манго, этим ананасом, чем-то вот таким очень вкусным.
Это Эйвен Саммервайт Риан и на себя напрыскал. И поняла, что мы с ним вполне себе можем в мае юзаться вместе, помимо вот той Элизабет Арден, они у меня будут на май. А потом мне рука потянулась, я даже забыла, что они у меня есть, тоже Эйвен Саммервайт Санрайз. Может быть, у меня их, это уже второй флакончик, не знаю. Наверное, так и есть. Они пахнут ванилькой. И я поняла, что я тоже их хочу. Но на себя уже не попрыскаешь, потому что мне вот Рио. Может быть, завтра я ими попользуюсь, хотя завтра еще 30 апреля. Короче говоря, в общем, вот эти вот три парфюмчика у меня будут на май. Элизабет Арден зеленый чай и два варианта Саммервайта. Рио и кто это у нас? Санрайз. От Эйвен. Если вы чем-то подобным пользуетесь, либо чем-то иным, можете поделиться со мной в комментариях. Я поставлю вам сердечко, если вы напишите это в нейтрально-положительном моменте. Меня еще прикалывают люди, которые начинают меня учить, а сами в комментах допускают какие-то такие прям слоновые ошибки, как в слове «хлеб 10 ошибок». Короче, если хотите поддержать канал, ну, мало ли, я вам нравлюсь там, за красивые глазки, то где-то будет облачко, скажу вам спасибо. Ну и всем пока!